Арчило! Козе! Сенти! В начале февраля 1961 года два итальянских радиолюбителя прослушивали эфир. Братья Арчило и Джан-Батиста Юдика Кардилья перехватывали и записывали сигналы, идущие из космоса, а затем передавали эту информацию в газеты. Они зафиксировали странные звуки, похожие на биение человеческого сердца. Журналисты сходились во мнении, что это билось сердце советского космонавта, который находился на орбите. СССР никак не комментировал эту информацию. Газеты делали логический вывод. Скорее всего, первый космонавт Земли погиб во время возвращения. Никто уже не сомневался в том, что после запуска спутника у СССР есть все возможности для отправки человека в космос. Версия о гибели таинственного советского космонавта оказалась на удивление живучей. Даже сегодня эта история периодически всплывает в западной прессе. Причем утверждается, что до Гагарина в космос летали несколько космонавтов, и все они погибли. Затяжка 1. Продука. Ключ задрена. Замыкание. Участники первомайской демонстрации. В нерушимом единстве партии и народа залог новых славных побед нашей Родины. Ранним утром 1 мая 1960 года с аэродрома в Пакистане взлетел американский высотный самолет-разведчик У-2. Пилот Центрального разведывательного управления США Гарри Пауэрс вел самолет к границе СССР. Советские средства наблюдения засекли нарушителя еще до того, как он пересек границу. В СССР готовились к празднику. В столице собралось все высшее руководство страны. А что, если на борту У-2 находилась атомная бомба? Американцы одним ударом могли обезглавить Советский Союз. Было приказано ликвидировать самолет любой ценой. Разведчик уже находился у Свердловска, когда его настигла ракета зенитного комплекса С-75. Пауэрс выпрыгнул с парашютом и был схвачен. Тогда-то и выяснилось, что он вел самолет не к Москве. Он должен был сфотографировать стратегические объекты на территории Советского Союза. А первой его целью стал маленький полустанок Тюратам в Казахстане. Первый советский космодром создавался в режиме повышенной секретности. Было строжайше запрещено упоминать где-либо о его местонахождении. Но первые запуски ракет привлекли к нему внимание западных разведок. Летом 1957 года американский самолет-разведчик сфотографировал строительные площадки у полустанка Тюратам. Лишь через 2 года американцам удалось снять стартовый комплекс, с которого уходили в небо советские космические аппараты. В советской печати его назвали космодром Байконур, хотя настоящий поселок Байконур находится в 360 километрах. 4 октября 1957 года с этого космодрома стартовала ракета с первым спутником. Отсюда отправились первые космические аппараты к Луне. Мир с нетерпением ждал следующего шага — полета человека в космос. В те дни, когда Пауэрс пытался сфотографировать космодром, бюро Королева готовило к старту первый космический корабль — 1К. Руководил проектом Константин Феоктистов. Феоктистов Константин Петрович. Первый гражданский летчик-космонавт. Во время войны служил во фронтовой разведке. В Воронеже был схвачен немецким патрулем и приговорен к расстрелу. Чудом выжил после исполнения приговора. Пуля, выпущенная ему в лицо, прошла через подбородок и шею на вылет. После войны окончил МВТУ имени Баумана. Руководил проектированием космических кораблей и орбитальных станций. Невозможно было предугадать, каким нагрузкам и опасностям подвергнется человек в условиях космоса. Опасна ли для него космическая радиация? Какой должна быть термоизоляция? Как будет воздействовать длительная невесомость на человека? Сможет ли он при этом питаться, мыслить, работать и, в конце концов, просто дышать? В земных условиях имитировать невесомость можно лишь одним способом. Самолет поднимается на максимальную высоту и, выключив двигатели, начинает падение вниз. Тогда люди на борту и будут находиться в состоянии искусственной невесомости. Но оно может длиться лишь 25-30 секунд, а этого недостаточно, чтобы изучить влияние невесомости на организм человека. Группа добровольцев проходила испытания на различных тренажерах. Эти эксперименты показали, что тренированный человек вполне способен выдержать 10-кратную перегрузку. Поэтому, чтобы увеличить объем кабины космического корабля, Феоктистов предложил сделать спускаемый аппарат шарообразным. Первый советский космический корабль «Восток» состоял из двух отсеков – спускаемого аппарата, где размещался космонавт, и приборного отсека с аппаратурой. Они соединялись кабель-мачтой, через которую были связаны их электроцепи. Сам спускаемый аппарат представлял собой сферу диаметром 2,5 метра с катапультируемым креслом внутри. Во время посадки над этой сферой раскрывался парашют, а космонавт катапультировался, спускаясь на Землю также на парашюте. Для того, чтобы совершить посадку, нужно было развернуть корабль и в определенное время включить тормозной двигатель. Скорость корабля при этом уменьшалась, и он начинал сходить с орбиты. «15 мая 1960 года. Первый запуск «Востока» прошел успешно. Через 4 дня полета Земля дала команду включить тормозную двигательную установку. Однако подвела система ориентации. Вместо того, чтобы затормозить, корабль разогнался и поднялся на более высокую орбиту, где и оставался до 1965 года. Только через 3 недели после этой неудачи Королев отправил на орбиту корабль с 2 собаками. Животные во время полета чувствовали себя превосходно и даже облаяли пролетевший мимо американский спутник «Эхо». Спустя сутки полета корабль начал снижение. Есть тормозной импульс! Отклонение от расчетной точки 10 километров. Перед посадкой из спускаемого аппарата отстрелился контейнер с собаками. В тот же день весь мир узнал их клички – «Белка» и «Стрелка». «Белка» и «Стрелка» стали известны на весь мир. Их портреты печатались в газетах и журналах. Выпускались марки и открытки с их изображением. В честь их полета устраивались пресс-конференции. А ученые получили самый главный результат. У собак не было выявлено отрицательных изменений после полета. Вскоре «Стрелка» принесла потомство — 6 здоровых щенков. Теперь ученые знали, что живые существа в состоянии перенести космическое путешествие. Можно было готовить к полету человека. Тогда-то и появились слухи, будто бы такой полет уже состоялся. Почву для подобных слухов обеспечивала тотальная секретность, окружавшая советскую космическую программу. Во время испытаний кораблей «Восток» ученые проверяли работу радиоканалов, по которым предполагалось контролировать состояние пилота во время полета. Для имитации пребывания человека в космосе на борту ракеты устанавливались магнитофоны, которые воспроизводили биение сердца и человеческое дыхание. Их-то и слышали два итальянских радиолюбителя. А однажды на магнитофон записали выступление хора имени Пятницкого. Потребовалось еще два успешных запуска, чтобы убедиться, система не даст сбоев, и риск для человека будет минимальным. К осени Королев уже был уверен в успехе запуска человека в космос. Оставалось определить, кто полетит. Совершенно секретно. Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 11 октября 1960 года. Принять предложение о подготовке и запуске космического корабля. Объект «Восток-3А» с человеком. В декабре 1960 года, считая его задачей особого значения. В начале 1959 года во многих авиационных частях появились столичные гости. А что он спрашивает? Да ничего особенного. Они изучали личные дела молодых летчиков и приглашали их на собеседование. Желаете ли вы летать на более современных типах самолетов? Так точно. На более скоростной технике, чем истребители? Так точно. Пока можете быть свободны. Гости уезжали, и, казалось, на этом все закончится. Но к зиме тех, кто прошел отбор, начали вызывать в Москву. Когда проектирование корабля «Восток» подходило к завершению, встал вопрос о том, кого отправить в космос. Медики утверждали, что лететь должен специалист по авиационной медицине. Инженеры настаивали на полете конструктора космической техники. Но выбор остановили на летчиках истребительной авиации. Они обладают достаточной физической подготовкой, чтобы выдержать нагрузки. Имеют разностороннее образование. Летчик может быть пилотом и штурманом, инженером, радистом. Возраст не старше 30 лет, рост не выше 170 сантиметров, вес не более 70 килограммов. «9 декабря 1959 года заявление с просьбой зачислить его в группу подготовки написал и старший лейтенант 169-го истребительного полка Юрий Гагарин. А уже через неделю его и еще 205 кандидатов вызвали в Москву для прохождения медицинского обследования. Из них лишь 12 человек были включены в первый отряд космонавтов и направлены на обучение в воинскую часть 26266, будущий центр подготовки космонавтов. К 2010 году Центр подготовки космонавтов имени Гагарина выпустил более 400 специалистов из 30 стран. 212 из них совершили космический полет. В общей сложности они провели на орбите 22 790 суток, что составляет более 62 лет. Самым молодым космонавтом за всю историю является Герман Титов. В день старта ему было 25 лет. Дверь в космос уже приоткрылась. Но никто на Земле не знал, что за ней находится. С какими трудностями столкнется человек, входя туда. К чему он должен быть готов? Будущие космонавты проходили испытания на вибростендах на случай возникновения вибраций в полете. Проверялась способность переносить огромные перегрузки в центрифуги и сохранять при этом работоспособность. Медики не могли знать, какие нагрузки ожидают космонавтов при взлете, посадке или в космосе. Во время испытаний на центрифуге создавались перегрузки заведомо большие тех, которые возникали во время полета. Центрифуга состоит из электропривода, фермы с противовесом и кабины, закрепленной на конце фермы. Кабина также может вращаться в трех направлениях. Эта конструкция позволяет создавать перегрузку до 30 единиц – 30 G. Сегодня на центрифуге космонавтов испытывают на перегрузку 5 G в направлении голова-таз и 8 G в направлении грудь-спина. При этом во время полета по программе «Союз» перегрузки при взлете составляют около 4 G, а при спуске 6 G. Но в 1975 году, после аварии второй ступени ракеты-носителя, экипажу в составе Василия Лазарева и Олега Макарова пришлось перенести перегрузку около 20 G, которая для неподготовленного человека смертельна. Проверялась способность космонавтов работать в условиях жары и холода, повышенного и пониженного атмосферного давления. Проводилась психологическая подготовка. Кандидаты по несколько суток проводили в сурдокамерах. Сурдокамера – помещение со звуконепроницаемыми стенами. Психологическое воздействие этой абсолютной тишины на каждого отдельного человека непредсказуемо. Всего через 20 часов нахождения в таком помещении один из испытуемых утверждал, что его камера быстро вращается, хотя она оставалась совершенно неподвижной. Другой докладывал, что видит, как над ним смыкаются стены помещения. Еще одному пилоту начало казаться, что приборная доска плавится и по каплям стекает на пол. При подготовке космонавтов кандидаты проводят в сурдокамере несколько суток. Космонавтов ждали парашютные прыжки, двухместный МиГ-15, переоборудованный под имитатор невесомости, и катапультирование с наземного стенда. Первый полет человека в космос намечался на декабрь 1960 года, но ему не суждено было состояться. В это время на полигоне Тюратам готовили к запуску межконтинентальную ракету Р-16 конструкторского бюро Янгеля. Военные спешили, и когда обнаружилась неисправность, главнокомандующий ракетными войсками маршал Митрофан Неделин, вопреки инструкции, распорядился устранить ее прямо на заправленной ракете. Из-за неисправности электроцепи во время ремонта произошел запуск двигателей второй ступени. Секретно. Телефонограмма в ЦК КПСС от 24 октября 1960 года. 18:45. За 30 минут до начала пуска изделия 8К-64 на заключительной операции к пуску произошел пожар, вызвавший разрушение баков с компонентом топлива. В результате имеются жертвы в количестве до 100 или более человек, в том числе несколько десятков человек со смертельным исходом. Подпись: Михаил Янгель. Всего в тот день погибли 92 человека, включая маршала Неделина. Янгель уцелел чудом. За минуту до взрыва он отошел покурить. Янгель Михаил Кузьмич. Основоположник нового направления в ракетной технике, суть которого заключалась в использовании высококипящих компонентов топлива и автономной системы управления ракет стратегического назначения. Руководил разработкой ряда космических аппаратов и ракет. Лишь в начале декабря команда Королева смогла приступить к новым испытаниям космических кораблей. С 9 марта 1961 года на орбиту вышел корабль, на котором впоследствии предстояло полететь человеку. Кресло пилота занимал манекен Иван Иванович. Внутри него находились клетки с мышами и морскими свинками. А в спускаемом аппарате разместили контейнер с собакой Чернушкой. Полет проходил успешно. Началась посадка. Не прошло отделение спускаемого аппарата. Корабль уже шел к земле, но спускаемый аппарат не отделялся от приборного отсека. Кабель-мачта, соединяющая два отсека, не отсоединилась. Лишь благодаря высокой температуре при торможении мачта сгорела, и разделение, наконец, произошло. Этот сбой привел к тому, что спускаемый аппарат приземлился на расстоянии 400 километров от предполагаемого места посадки. Но Чернушка вернулась на Землю здоровой. И комиссия признала полет успешным, а риск для будущего космонавта минимальным. 2 недели спустя в Институте авиационной и космической медицины шел обычный рабочий день. В сурдобарокамере уже 10 дней томился старший лейтенант Валентин Бондаренко. Тренировка подходила к концу, и ему разрешили снять медицинские датчики. Валентин протер кожу ватным тампоном, смоченным в спирте, и бросил его в корзину для мусора. Вдруг все помещение внутри камеры охватило пламя. Загорелся костюм на космонавте. Как оказалось, тампон упал на включенную электроплитку. Насыщенная кислородом атмосфера барокамеры вспыхнула. Сотрудники бросились к люку, но быстро открыть камеру было невозможно. В ней поддерживалось пониженное давление. Всю дорогу до больницы Бондаренко повторял: «Я сам виноват». 8 часов врачи боролись за жизнь космонавта, но спасти Валентина не удалось. Весть об этой трагедии пришла на космодром в день генеральной репетиции полета. В 6 часов вечера двое космонавтов, Юрий Гагарин и Герман Титов, в скафандрах выехали на старт. Имя первого космонавта и его дублера все еще не было названо. И участие в генеральной репетиции именно Гагарина и Титова вовсе не означало, что они полетят первыми. На космодроме, имитируя подготовку к старту, космонавты поднялись к люку корабля. Но в космос отправлялся пока лишь очередной манекен. Внимание! Персоналу покинуть стартовую площадку. Часовая готовность. Полет прошел без замечаний, но вновь сбой на этапе спуска. Снова не отделился разъем кабель-мачты. Перелет расчетного места посадки составил 660 километров. Но конструкторы были уверены, что эти проблемы риска для жизни космонавта не представляют. Совершенно секретно. Из итогового совещания Государственной комиссии. Назначить старт пилотируемого корабля «Восток-1» на 11-12 апреля 1961 года. 10 апреля в беседке на берегу Сырдарьи собрались конструкторы, военные и 6 членов отряда космонавтов. Все 6 знали о неполадках на спуске, но все 6 были готовы лететь. Они знали, что полет состоится завтра. Но до окончательного решения Государственной комиссии никто не знал, кто станет первым. И Королев объявил: «Дорогие товарищи Юрий Алексеевич и Герман Степанович, я хочу вас поздравить с великой честью совершить первый полет в космосе». Утром 11 апреля ракету вывезли на старт. Конструктор корабля Константин Феоктистов провел последний инструктаж с Гагариным и его дублером Германом Титовым. Наступила ночь. На стартовой площадке стояла ракета, которой через несколько часов предстояло отправиться в космос. Невиданно мощная машина, в которой не летал еще никто на свете. которую предстояло сесть 27-летнему парню и отправиться туда, где никто еще не бывал. Это не могло не быть страшно. А 27-летний парень спал. 12 апреля космонавтов разбудили в 5:30 утра. В 6 состоялось заседание Государственной комиссии. Замечаний не оказалось. Все специалисты, отвечавшие за ракету и корабль, поставили свои подписи. Из воспоминаний академика Бориса Чертока. Если бы сейчас положили на полигоне корабль «Восток», никто не проголосовал бы пускать такой ненадежный корабль. Я тоже подписал, что гарантирую безопасность полета. Сегодня я бы этого не сделал. Получил огромный опыт и понял, как сильно мы рисковали. В 9 часов утра космонавты прибыли на старт. Провожая Гагарина, некоторые из космонавтов просто плакали, понимая, что могут никогда его больше не увидеть. Гагарин занял место в корабле. Сразу обнаружилась неисправность. Был не полностью закрыт люк. Пришлось его открывать и снова закрывать. 9 часов 7 минут по московскому времени. 12 апреля. Год 1961. Два часа в ожидании старта Гагарин находился в кабине. Он слушал команды и насвистывал песню ландыши. Кедр, я Гагарин. Как слушаете меня? Буду вам транслировать команды. Прием. Минутная готовность. Кедр, я Заря-1. Внимание, минутная готовность. Минутная готовность. Заря-1, я Кедр. Вас понял, минутная готовность. Занимал исходное положение, залил, поэтому несколько задержал с ответом. Прием. Ключ на старт. Ключ на старт. Есть старт. Протяжка 1. Здесь протяжка. Продувка. 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 Есть продувка. Ключ на 12. Есть 12. Зажигание. Я заря 1. Зажигание. Понял, дается зажигание. Гагарин докладывал, что чувствует себя хорошо. Он ел, делал записи, вел наблюдения. Но первая проблема выявилась почти сразу после старта. Высота полета «Востока» выбиралась с таким расчетом, что если тормозная двигательная установка откажет, корабль сам сойдет с орбиты в течение 5-7 суток. Но он поднялся на 100 километров выше. К счастью, двигательная установка сработала вовремя. Но выключилась она на секунду раньше. В сопла начал поступать азот из системы наддува, что привело к неуправляемому вращению корабля. Команда на отделение системного аппарата от приборного отсека не прошла. Как поняли? Повторялась история с предыдущими кораблями. «Восток», вращаясь, падал на землю со скоростью 220 метров в секунду. Только на высоте 130 километров отсек с космонавтом наконец отделился. На высоте 7000 метров автоматически сработала система катапультирования кресла с космонавтом. По непонятной причине вместе с основным парашютом вышел и запасной. На этих двух парашютах у деревни Смеловка Саратовской области и спускался на Землю первый космонавт планеты Земля. Полет продолжался 1 час 48 минут, но для всего мира он стал событием, равного которому не было. Своей известностью Гагарин затмил всех политических деятелей и кинозвезд вместе взятых. Во время визитов в зарубежные страны его самолет встречали и сопровождали торжественные эскорты истребителей. Жители городов высыпали на улицу, чтобы просто увидеть его. Королева Великобритании Елизавета II, вопреки всем традициям, сфотографировалась с ним на память, заявив, что он не обычный земной человек, а небесный. Гагарин посетил с визитами 30 стран, выступая порой по 18-20 раз в сутки. 14 апреля Юрий Гагарин докладывал Государственной комиссии о результатах полета. Рад доложить вам, что задание Центрального комитета Коммунистической партии и советского правительства выполнено. Космонавт не сошел с ума и не страдал от дезориентации. Он принимал пищу, а значит, мог дольше оставаться на орбите. Он мог работать, а значит, ему можно было поручить сложные манипуляции. Человек мог жить и работать в космосе. Перед исследователями встала следующая задача. Проверить, можно ли без вреда для здоровья находиться на орбите сутки и более. Самочувствие Гагарина в течение полета оставалось хорошим. Но это всего один виток. Запуски собак показывают, что на третьем витке они теряют бодрость, отказываются принимать пищу, замедляется реакция. Медики опасались, что и с организмом человека могут происходить похожие процессы. Лишь более длительный полет мог помочь ученым оценить его влияние на организм человека. Поэтому «Восток-2» готовили к суточному полету. В космос отправлялся Герман Титов. Титову пришлось много сделать впервые. Он дважды вручную ориентировал корабль, фотографировал Землю через иллюминатор, вел радиопереговоры и выполнял физические упражнения. Титов впервые воспользовался космическим туалетом. Ему же первому удалось поспать в полете. Орел, я Заря, как слышите меня? Орел, Орел, я Заря, как слышите меня? Прием! Он что, уснул там, что ли? Титов действительно проспал очередной сеанс связи, Орел, что стало поводом для шуток. Прием. После этого случая было принято решение сконструировать космический будильник. После третьего витка у Титова начались проблемы с вестибулярным аппаратом. Энтузиазма в голосе поубавилось. Его попросту укачивало. Медикам пришлось вносить существенные изменения в методике тренировок. После первых полетов стало ясно, что высота до 500 километров вполне доступна для космических аппаратов. Но для длительных полетов и проведения экспериментов нужны корабли гораздо большие, чем «Восток». А имевшаяся ракета могла вывести в космос не более 5 тонн груза. Существовал еще один вариант — состыковать несколько кораблей на орбите воедино. Стыковка. Два корабля в космосе соединились в одно целое. Получилась космическая станция. Но тут возникали новые проблемы и вопросы. Нужно было научиться одновременно запускать в космос несколько аппаратов, сближать их, а затем состыковывать. Для начала Королев предложил реализовать групповой полет кораблей. Просто два корабля на орбите, летящие рядом в пределах видимости. Но что стояло за этой задачей? Сведение в космосе двух кораблей, не имеющих двигателей маневрирования, воистину ювелирная работа. Вся трудность ее выполнения ложится на наземные службы. Именно они должны рассчитать скорость и время старта так, чтобы корабли сошлись в космосе на расстояние прямой видимости. Запуск корабля «Восток-3» с Андрианом Николаевым состоялся 11 августа 1962 года. 12 августа стартовал «Восток-4» с Павлом Поповичем. Точность выведения была столь велика, что после выхода на орбиту второго корабля космонавты сразу увидели друг друга. Их разделяло всего 6 километров. Привет, Андрей! Ты чего, за открытый текст нас ругать будут? Да брось ты! Пускай попробуют добраться до нас, чтобы ругать! Николаев пробыл на орбите 4 суток, Попович — 3. Чувствовали они себя при этом прекрасно. Следующие 2 космических рейса в точности воспроизводили предыдущий, но на одном из кораблей летела женщина. 14 июня 1963 года в космос отправился корабль «Восток-5» с космонавтом Валерием Быковским на борту. Через 2 суток стартовал «Восток-6» с Валентиной Терешковой. Быковский успешно выполнял программу полета. А вот Терешкова не смогла полностью выполнить запланированные эксперименты. На вопросы Земли отвечала уклончиво. У нее начались сильные боли в голени и плечах. Несмотря на это, «Чайка», позывной Валентины Владимировны, совершила 48 витков вокруг Земли, проведя почти 3 суток в космосе. Она не жаловалась на свое самочувствие, но полет решено было прекратить досрочно. Перед спуском у Терешковой долго не получалось сориентировать корабль, и для нее пришлось разрабатывать специальную инструкцию. 19 июня 1963 года в Алтайском крае первая в мире женщина-космонавт совершила посадку. Королев предложил сконструировать на основе «Востока» трехместный корабль. Константин Феоктистов категорически отказывался изменять конструкцию «Востока». Тогда Королев пошел на хитрость. Он пообещал, что одно место в новом корабле будет зарезервировано за ним. Соблазн был велик, и Феоктистов согласился. Чтобы разместить 3 космонавтов в кабине, пришлось отказаться не только от катапультирования при спуске, но и от скафандров. Теперь космонавты летели в спортивных костюмах, лежа на спине с подогнутыми к груди коленями. Впервые использовалась система мягкой посадки, включающая 2 основных парашюта и пороховые двигатели. Установили дублирующий тормозной двигатель. Масса корабля выросла на 600 килограммов, что потребовало создания 3-й ступени ракеты-носителя. Королев сдержал свое обещание. В полет отправились не только инженер-полковник Владимир Комаров, но и 2 научных специалиста – врач Борис Егоров и конструктор корабля Константин Феоктистов. Запуск состоялся 12 октября 1964 года. Космонавты пробыли на орбите сутки и успешно вернулись на Землю. Полет вызвал огромный резонанс во всем мире. Поскольку и вид ракеты, и вид корабля были засекречены, на Западе сочли, что «Восход» — это аппарат совершенно нового типа, и называли его космическим линкором за его предполагаемый размер. Второй «Восход» готовили к принципиально другому полету. На этот раз летели всего 2 космонавта и в скафандрах — Алексей Леонов и Павел Беляев. Одному из них предстояло выйти в открытый космос, для чего разработали надувную шлюзовую камеру. Шлюз крепится снаружи спускаемого аппарата и надувается по сигналу с пульта. Космонавт открывает люк корабля, переходит в шлюзовую камеру. Затем люк корабля закрывается, и открывается люк шлюзовой камеры. И космонавт выходит в открытый космос. В 18 марта 1965 года на космическом корабле «Восход-2» открылся люк шлюзовой камеры. «Зарядим, я «Алмаз-2». Нахожусь на обрезе шлюза. Начинаю выполнять задание. Лёша, снять крышку с объектива кинокамеры. Снять крышку с объектива кинокамеры». В кабине находился командир Павел Беляев, а второй пилот Алексей Леонов впервые в мире выходил в открытый космос. «Снял крышку. Вижу небо, землю. Человек вышел в космическое пространство. Человек вышел в космическое пространство. Находится в свободном плавании». Прошло всего 4 года после первого полета Гагарина. Мир был вновь поражен новым достижением советской космонавтики. Впервые человек покинул борт космического корабля и вышел в открытый космос. Леонов уже возвращался на корабль, когда столкнулся с неожиданными трудностями. Скафандр под давлением воздуха изнутри раздулся, и космонавт не мог попасть в шлюзовую камеру. Запас кислорода рано или поздно должен был закончиться. Казалось, Леонов обречен. Для выхода в космос НПО «Звезда» изготовила первый в мире космический скафандр «Беркут». Скафандр должен защищать человека от вакуума, облучения и воздействия температуры. Если космонавт находится на солнечной стороне, скафандр нагревается до плюс 140 градусов. В тени эта температура падает до минус 130. «Беркут» представлял собой комбинезон, сделанный из нескольких слоев пленки с блестящей алюминиевой поверхностью. Глаза защищал светофильтр из органического стекла. Система жизнеобеспечения рассчитывалась на 45 минут работы и размещалась в ранце с кислородным прибором и баллонами. В шлюзовой камере установили резервную кислородную систему, которая соединялась со скафандром при помощи шланга. Создать на Земле условия космического вакуума невозможно. Скафандр прошел испытания в барокамере в безвоздушном пространстве, соответствующем высоте лишь 60 километров. Но на такой высоте еще чувствуется влияние атмосферы. А Леонов вышел в открытый космос на высоте более 200 километров. Давление внутри скафандра составляло около 600 миллиметров ртутного столба, а снаружи около 10, и скафандр раздулся. Он увеличился настолько, что руки космонавта не могли попасть в перчатки. Помочь ему не мог никто. «Опять не получается». Чтобы закрыть за собой люк шлюзовой камеры, Леонову нужно было войти в узкий шлюз ногами вперед. Несколько попыток оказались неудачными. Казалось, нужно лишь снизить давление в скафандре, но это могло стать смертельным для космонавта из-за риска возникновения кессонной болезни. Кессонная болезнь происходит из-за быстрого понижения давления вдыхаемой газовой смеси. При этом азот, растворенный в крови, начинает выделяться в виде пузырьков. Кровь буквально вскипает, разрушая стенки кровеносных сосудов и блокирует кровоток, что может привести к параличу и смерти. Нарушая все инструкции и не сообщая на Землю, Леонов повернул регулятор, снизив давление в скафандре вдвое, и двинулся в шлюз головой вперед. Теперь получилось. Но люк шлюзовой камеры позади оставался открытым. Попасть в кабину корабля можно было лишь закрыв его. С большим трудом космонавту удалось развернуться внутри камеры. Давление в скафандре оставалось критически низким. пульс Леонова увеличился до 190 ударов в минуту. Еще несколько секунд. Но вот, наконец, люк закрыт. В шлюзовую камеру начал поступать воздух, а затем открылся люк корабля. Выходы в открытый космос до сих пор считаются чрезвычайно опасными. Одна из причин – возможность столкновения с космическим мусором. Скорость космонавта, двигающегося на орбите вместе с кораблем, составляет около 7,7 км в секунду. Это в 10 раз выше скорости полета пули. Таким образом, кинетическая энергия даже маленькой частицы краски или песчинки эквивалентна энергии пули, обладающей в 100 раз большей массой. Повреждения или проколы скафандров во время выполнения работ грозят разгерметизацией и быстрой смертью космонавта. Во время полета американского корабля «Атлантис» в апреле 1991 года маленький пруд проколол перчатку одного из астронавтов. Лишь по счастливой случайности пруд застрял в скафандре, блокировав образовавшееся отверстие, и разгерметизации не произошло. Рекордсменом по выходу в открытый космос является космонавт Анатолий Соловьев, совершивший 16 выходов общей продолжительностью 78 часов 46 минут. Леонов возвратился на корабль с криком «Ура!». Пот с него не катился, а буквально лил. Но кричать «Ура!» было рано. Восход-2 долгое время находился одной стороной, повернутым к Солнцу. С одной стороны корабль нагревался до плюс 150 градусов, а с другой охлаждался до минус 140. Из-за перепада температур корпус корабля деформировался, и в люке образовалась крохотная щель, через которую начал выходить воздух. Система регенерации автоматически увеличила давление. Атмосфера корабля начала наполняться кислородом. Концентрация кислорода достигла предела, после которого малейшая искра могла вызвать пожар, подобный тому, который убил Валентина Бондаренко. 7 часов космонавты находились под угрозой взрыва. Лишь когда внутреннее давление воздуха в корабле ликвидировало деформацию, щель закрылась. Количество кислорода начало уменьшаться. Совершив 17 витков, «Восход-2» уже готовился к посадке. Как вдруг... Заря, я Алмаз, как слышите? И сработала автоматизированная система ориентации. Посадку отменили. Корабль ушел на следующий виток. Беляев перевел корабль на ручное управление. «Восход-2» находился над Москвой, когда космонавты сами рассчитывали место посадки. Они нацеливались в точку, находящуюся в 150 километрах от Соликамска. Здесь тайга и мало населенных пунктов. Невероятно, но при скорости 28 тысяч километров в час они ошиблись всего на 80 километров. А на Земле волновались. Корабль ушел из зоны радиовидимости. Более 4 часов судьба космонавтов оставалась неизвестной. Вскоре по радио приняли сигнал. ВН. 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 Это было сообщение от экипажа «Все нормально». Посадка произошла в заснеженной тайге Урала. Между деревнями Сороковая и Щучина в лесу видим парашюты 2 космонавтов. Космонавты сидят обедают. Корабль приземлился в густом лесу. Кругом глубокий снег. Приземлиться рядом вертолет не мог. И спасатели пробивались к кораблю 2 суток. А космонавты оставались в скафандрах, в которых от пота скопилось много влаги. При этом температура воздуха была минус 5 градусов. Пришлось раздеваться, выжимать белье, надевать его вновь и кутаться в обрывки фольги от скафандра и парашютную ткань. 2 человека только что побывали на орбите, совершили операцию по выходу в открытый космос. Столько пережили всего за одни сутки. Теперь они вынуждены были дожидаться спасателей, а затем вместе с ними рубить дрова и жечь костер около своего корабля. Последнего слова космической техники. Когда пришли спасатели, космонавты на лыжах отправились к вертолету. Из выступления Алексея Леонова 23 марта 1965 года. увидеть Землю, Солнце и звезды из иллюминатора космического корабля и в узком секторе, а объемно и, пожалуй, более полно, чем мы обычно видим окружающий нас мир. Картина космической бездны, которую я увидел, своей грандиозностью, необъятностью, яркостью красок и резкостью контрастов, густой темноты со слепительным сиянием звезд просто поразила и очаровала меня. В завершение картины представьте себе, на этом фоне я вижу наш космический советский корабль, озаренный ярким светом солнечных лучей.